пятницу в Самарской области ожидается ясная погода и легкий морозец, без осадков. Днем -11, -14 градусов, ночью 8-10 ниже 0. Ветер южного, юго-западного направлений, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани безоблачное небо, днем -10 градусов, ночью -7. Ветер юго-западной, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем -11, ночью 9 градусов ниже 0, ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Самаре ясная погода, без осадков, температура днем 12 градусов ниже 0, ночью до 10 мороза и небольшой снег. Ветер южного направления 3 метра в секунду, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 61%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.